для Кировской области развитие экономики государства прежде всего связано с развитием оборонной промышленности. Сегодня на территории Кировской области 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. И для того, чтобы эти предприятия, их работники, сотрудники чувствовали уверенность, по инициативе моей личной партии России в Кировской области, в Вятских Полянах, пройдет совещание под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Сергея Борисовича Иванова о проблемах и перспективах размещения гособоронзаказа и развития предприятий оборонного комплекса Кировской области. Это совещание инициировано по обращению трудовых коллективов Кировской области, по обращению профсоюзных организаций Кировской области оборонного комплекса. Я думаю, что на этом совещании будет поставлены задачи определения перспективы для каждого предприятия, для каждого трудового коллектива. Тем самым мы получим твердую уверенность в развитии нашей промышленности Кировской области. Вы знаете, что проблемы молота и градообразующего предприятия и самого города – это проблема, которая находится под постоянным вниманием правительства и президента Российской Федерации. И вот сегодня на базе этого, не сегодня, а вторник, на базе этого завода проведет совещание, которое покажет, как может развиваться и выходить из тяжелой экономической ситуации каждое предприятие, попавшее в эту ситуацию. То есть на примере конкретно? На примере конкретных предприятий, на примере конкретных сотрудников и жителей этого города.